Такие разные пары, такие разные судьбы, но всех их объединяет любовь и верность друг другу уже много лет. В понедельник в областном центре в день Петра и Февронии чествовали самые крепкие семьи региона. История православных святых, пожалуй, одно из самых красивых преданий о любви. Любви ко второй половине и к Богу. Они прожили прекрасную продолжительную жизнь вместе, умерли в один день и в один час, были перед смертью, приняли монашеский постриг и были положены в один гроб, и до сегодняшнего дня их мощи пребывают вместе. 5 пар в этом году стали победителями областного конкурса «Семья года». Чита Хохловых из Шуй победила в номинации «Спортивная семья». Мария и Андрей – тренеры, преподаватели по конному спорту. Ну, это наша жизнь. Вошел он в нашу жизнь, когда мы были маленькими детьми, мы оба занимались конным спортом. Вот там мы и познакомились. И так вот у нас дальше все и получилось. Теперь своя секция. Мы преподаватели оба секции. День семьи, любви и верности – пример того, как органично переплетаются православный и светский праздник. 7 семей в этот день получили медаль за любовь и верность. На такую награду могут претендовать супруги, прожившие в браке не менее 25 лет и воспитавшие достойных детей. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.